Они спасают, защищают, приходят на помощь не ради званий и наград. Просто потому, что не могут иначе. Воины, врачи, волонтеры, обыкновенные люди, герои. Разные, неравнодушные, мужественные украинцы. Они живут на нашей земле, на земле Донбасса, на Луганщине, в родной Украине. Они душой и сердцем с Украиной. Для меня оккупация началась, для меня конкретно, когда вот брали здание СБУ в Северодонецке уже, да, и должен был проходить референдум. Когда школы были закрыты, да, заставляли учителей там открывать школы или там уговаривать, кто сам хотел, по большому счету. Вот тогда, когда у нас в городе расстреляли такси среди бела дня, я как раз уже как бы после работы это все ехал на машине. Действительно, тогда я понял, что пришли вооруженные люди, которые стреляют в мирном городе, в беззаружных, беззащитных людей. И я не считаю там важно, что там стреляли в машину. Это было посреди города. Рикошет или насквозь пробить пуля автомата очень легко может быть. Для меня это было вообще какой-то, ну, наверное, шок и понятие того, что до нас действительно дошла война. До этого были флешмобы, да, с российскими флагами. Все это было. Наверное, можно точку отсчета тогда оттуда начать, знаете, как бы, когда проходили флешмобы. Но были и проукраинские, то есть это же были достаточно там, тогда уже там рискованные события. Во-первых, побили, да, на женщины толкали, били, да, на том флешмобе в украинском. Невозможно противостоять или как-то там сопротивляться людям вооруженным, при том, что власть не то, что там нам не помогала, да, или как-то даже не отвечала на вопросы. Я задавал вопросы, да, допустим, людям, кто был, занимал должность в милиции, как бы, вы не сдадите город, если как бы мы каким-то образом не будем подвергаться опасности. Но отводили глаза, и вот потом-то я понял, почему, потому что мало того, что они не как-то тогда не раз, допустим, даже когда драка была на флешмобе, не разнимали, не защищали, они, по большому счету, помогали, потому что город сдавался без сомнительного выстрела. Потом патрулировали в итоге милиционеры вместе с этими оккупантами. Тяжело было вообще как-то противостоять неожиданно власти, которая поддерживает такую другую сторону. Сгруппировались, да, на уровне разговоров, общих мышлений, отсеялись друзья. То есть это было такое большое сито, знаете, когда знакомые друзья, было все очень понятно, и кто за, а кто против. Вот, кстати, очень такое время было, когда все стало на свои места, образно говоря, да, для кого-то. Кто-то выбрал ту сторону, хотя почему тут остался, кто-то выбрал украинскую сторону. И вот тогда мы на уровне уже соизглядов проукраинских, мы там где-то вместе могли общаться, ну это как бы уровень там разговоров и так далее. Так і почалася волонтерська діяльність. Активно допомагали українській армії, яка розташовувалася навколо міста. І все для того, щоб якнайшвидше у Северодонецьк повернувся мир. Кожен займався своїм ділом. Хтось там флаг мішав в окупації, вже потім, коли ми були. Це всі звісні подвиги, да, людей, які там зночі повісили український флаг. Альпіністські снаряження ми використовували. Це був шикарний день, впечатляючий, незабуваємо. Кожен робив все, що мог. И как все это само объединялось, не было каких-то там специальных у нас там встреч. Но вот после уже деоккупации, да, мы как-то все пытались объединиться, как волонтеры, как участники, активисты. А это все вот было там на уровне там знакомства, все там город небольшой, все друг друга знают. Так получается, собрался какой-то костяк и уже там действовал на свой стороне. Кто-то и занимался, кто-то лекарства, кто-то продукты, кто-то там еще. Так там все это родилось движение активное в Северодонецке. Независимость, наверное, еще все-таки завоевывается на данном этапе. То есть сказать, чтобы независимость сейчас мы приобрели в какой-то, да, степени. Может быть, 4 года назад я сказал бы, да, мы независимы, да, в какой-то там в большей степени. Сейчас, конечно же, процент независимости немножечко меньше, потому что мы за нее боремся. Как раз сейчас вот идет война за независимость, потому что вот остались какие-то мысли у соседей, что мы должны быть с ними. Поэтому на данный момент вот независимость, она еще пока завоевывается, да, нами. Поэтому для меня вот независимость будет, когда мы победим.